Всем привет, танкисты! Ну что ж, клиент у нас обновился до версии 10.0, обновился он уже на всех платформах. Завезли новую ветку Чехословакии, я ее открыл за свободку с сертификатами, на десятке вкачал экипаж до 100% за голду, чтобы не париться, немножко обкатал танки. Давайте быстренько по ним пробежимся и пооткрываем с вами, точнее посмотрим открытие, классное очень открытие, присланное нашими подписчиками. Мега-контейнеры, новый AMX и набор 3 в одном. Так, ну давайте начнем с быстрого обзорчика по танкам и потом же посмотрим, что у нас с контейнерами. Так, новые Чехословакии, я на них покатал, машины интересные, но по свободке дорогие. У меня, к счастью, были фиолетовые сертификаты, поэтому свободки ушло не особо много. Но десятка стоит без сертификатов 270 тысяч опыта, что немало. Что у нас по характеристикам? У него, вот сразу хочется отметить, у них отличное сведение. Новая уникальная механика стабилизации имеется только на 9-10 уровне. Шикарно работает, очень комфортная стрельба. Приятная альфа. У десятки альфа на ББ-470. Часто вылетает выше 500. Вполне достойно, я вам скажу. У всей ветки, по крайней мере, 8, 9, 10 уровень, у ВН 7 градусов. Вот если было бы хотя бы 8, было бы, конечно, поинтереснее, потому что на них все-таки надо играть от башни. Я вам сейчас попозже чуть покажу, как все они выглядят в прицеле. В общем-то, как-то так. Машины достаточно интересные. В общем-то, я бы порекомендовал их качать. Вам, скорее всего, они понравятся. Достаточно комфортные. Плюс уникальная новая механика стабилизации реально выручает. Разброс прям шикарен. Так, ну здесь вот вы можете посмотреть сравнение с другими танками. Так, Шкода Т-56 тут не надо. Вот по сравнению со Шкодой Т-56 на восьмом, у нее разброс просто огромный. Очень долго сводится. На новой ветке с разбросом проблем нет. С разбросом и сведением у них реально все хорошо. Так, значит, у десятки у нас альфа. Вот здесь я сейчас вам покажу, как выглядит десятка в прицеле. У них, в общем-то, у всех пробивается, если смотреть на танк спереди, только НЛД. Все остальное, ну, можно выцелить, конечно, лючки, но издалека это будет сделать крайне трудно, особенно если вы будете мансить, то это будет реально сложно сделать. Так, на девятом уровне, на топовом орудии у нас альфа 420, тоже, в принципе, неплохая. И на восьмом уровне альфа 310, также на топовом орудии. Здесь давайте сейчас посмотрим, как выглядит девятка и десятка во вражеском прицеле. В общем, машинки крайне интересные. Сегодня заходите на стрим, мы их обязательно обкатаем, я покажу их все. В общем-то, но десятка, правда, вкачана у меня на 100% экипаж, на остальных надо будет докачивать. Вкачаны только орудия и башня. Немножко надо будет также докачать движки, так что заходите, сегодня вечером поиграем, посмотрите. Так, и давайте посмотрим открытие контейнеров от наших подписчиков. Поехали! Так, друзья, давайте посмотрим несколько открытий, присланных нашими подписчиками. Многие на стримах и в Телеграме спрашивают, реально ли достать кары из мега-контейнеров. В целом, да, он там есть, но шанс крайне-крайне низкий. Кара лучше доставать было на Новый год. Я его достал тогда, на новый аккаунт у меня упал... О, кошмар, прикольно. На новый аккаунт у меня упал с 5-го шара, на основу с 35-го. И то у меня были все танки, поэтому, когда выпадали другие, я получал компенсацию в золоте. И тем не менее, 35 шаров — это очень много. Слил я на кара много из контейнеров из этих, его достать, в принципе, реально. Да, такой шанс есть, но вы очень-очень много потратите. Вы, если его достанете, то только случайно. Так, теперь контейнеры AMX нового.
10 тысяч голды. Вот это лайкос. Мега-контейнеры первую пачку, в общем-то, отбили. О, вот и танчик. Напишите, кстати, кто доставал новый MX, как он вам, зашел, не зашел? Мне он не зашел лично. Не самый плохой, конечно, но мне не зашел. Ой, камуфляж на него. А вот мне, кстати, камуфляж не выпадал, и я его не покупал. Потому что танк мне не очень нравится, смысла него покупать не вижу и пытаться достать. Так, и еще одно открытие, очень-очень интересное. Такс, набор 3 в одном. Хороший набор, кстати, достаточно. Из него может повезти, упасть что-то интересное, и при этом он не очень дорогой. Так, с мега-контейнеров начинаем. Теслаган. Вот, друзья, ставьте лайкос, подписчик красава. Но еще раз, это случайность. Абсолютная случайность. И вообще, вот кто на Новый год достал кары, может быть, напишите в комментариях. Много народу, у кого кары, в принципе, есть. О, 752. Вообще замечательное открытие, отбилось все с огромной лихвой. Пишите в комментарии, есть ли у вас кары, потому что, смотрю, многие, кто открывает мега-контейнеры, открывают только ради кары. Не знаю, на что надеются. Это просто случайность. Шанса достать именно кары почти нет. Оттуда и так танки не очень хорошо падают. Но вот вы видите, подписчику повезло. Подписчик красава. Ну что ж, друзья, вот такое вот видео. Такие открытия контейнеров от наших подписчиков. Открытие замечательное. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, заходите к нам в телегу, ссылка есть в описании. Всем пока!